Часть первая. Вопрос номер один. В своем дневнике путешественник записал: «Передо мной глубокая речная долина с очень крутыми, отвесными склонами и узким дном, которое полностью занято руслом реки». Что описал путешественник? А. Лагуну. Б. Каньон. В. Фьорд. Г. Дельту. В честь какого писателя названо одно из озер России? Александра Блока, Джека Лондона, Федора Достоевского, Томаса Мана. Вопрос номер 28. В 2019 году исполняется 200 лет с момента начала первой русской антарктической экспедиции под руководством Фадея Беллинghausena и Михаила Лазарева. На пути из Антарктиды исследователи посетили остров в океане, где были приняты королем Помары II, а художник экспедиции Михайлов изобразил завтрак у короля. Выберите из списка этот остров. А. Мадагаскар. Б. Таити. В. Куба. Г. Гренландия. Я бы хотел поинтересоваться у тех, кто писал на борту крейсера «Аврора», какие вопросы диктанта вызвали у вас наибольший интерес. Наверняка вам хотелось бы больше вопросов на морскую тематику, хотя, может быть, это и не так. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Нам было очень интересно участвовать в данном географическом диктанте, так как он мотивирует на повышение уровня саморазвития и получение знаний в области географии Отечества, что в целом, на наш взгляд, должен знать каждый уважающий себя гражданин России. Помимо этого, от себя лично и от нахимовцев хочу выразить слова благодарности организаторам географического диктанта за актуальность, доступность и удобство в участии в данном конкурсе.